Всем привет! Вас приветствует Джожа Ленда. Мы продолжаем обзор одежды и торговых точек рынка Садовод. Вот сейчас мы с вами пришли посмотреть женскую одежду, которая продается в торговом комплексе 2Г66. Это торговый комплекс А. Здесь посмотрите, пожалуйста, вот такой вот ассортимент. Что мне лично понравилось в этой торговой точке? Здесь размеры для наших аппетитных, шикарных женщин. Размеры одежды начинаются с 48-го и заканчиваются 70-м, но в основном с 50-го размера по 60-й. Огромный выбор. Здесь представлены не все модели, здесь витрина. Более того, скажу, дорогие мои, ассортимент здесь обновляется практически ежедневно. И обновление ассортимента вы можете посмотреть по ссылочке, которая находится в закрепленном комментарии. Это группа ВКонтакте. Но хочу сказать вам, что если вы захотите что-то заказать, лучше всего делать заказы через WhatsApp по номеру телефона, который также находится в комментарии. Вот сейчас я небольшой такой обзор сделаю, и мы с вами немножко остановимся на каких-то моделях и узнаем по размерным рядам, по цветовым и по стоимости. Посмотрите, одежда достаточно яркая, нарядная. Как нам сказала очаровательная хозяйка этого торгового павильона, что буквально в ближайшие дни уже в продаже будет летняя коллекция. Повторюсь, посмотрите, достаточно богатая цветовая гамма, интересные модели для наших очаровательных, аппетитных девушек и женщин. Посмотрите. Вот. И сейчас мы спросим по цене, чтобы нас сориентировали. Подскажите, пожалуйста, вот, например, давайте возьмем с вами верхний ряд. Вот белая блузка, белая маечка. Это диапазон размера и цены. Размеры там 50 по 60, они оптом 380, и там ткань идет хбшками. Ага. Ткани лопок разные, бывают там дешевле ткани, бывает там 150 до 180 идет, и по 350 до 400 выше. Там, в зависимости там, от состава ткани. Угу. Отлично, спасибо. А вот теперь вот эти вот блузочки, вот две крайние блузки, бордовые, например, с брошкой, мы это остановимся. Это дубайский шелк здесь идет, 50 по 60, размеры полные идет, они оптовая цена у них 400. Угу. Здесь плотнее идет, а вот первый модель, там они дубайский тоже шелк. Здесь синий с белым. Да, они по качеству чуть-чуть потоньше идет, и они по оптовой цене 380. 380. А розница плюс сколько? Розница около 800 рублей получается. Угу, угу. Но розница, которая в торговом комплексе, отличается от розничной цены, которая находится в ВКонтакте, да? Да, да, отличается, да. Да, то есть там получается дешевле. Да. Доставка у этого магазина от 3000 рублей. Доставка торговыми компаниями, она, естественно, суммируется. Я имею в виду при заказе от 3000 рублей. А оптовая — это необходимо выкупать просто размерный, идет, да, размерный ряд. Да, полная упаковка, размерный ряд. И таким образом, если вы делаете штучный заказ, но выше 3000 рублей, вам доставят любую транспортную компанию, которой вам будет удобно, ну, наверное, практически в любую точку мира. Да. Да? Вот. Поэтому с более полным ассортиментом на тот момент, когда вы решите сделать заказ, все-таки рекомендую вам перейти на страницу, которая указана в закрепленном комментарии, потому что там будет актуальный
ценник и актуальный ассортимент. Вот еще давайте с вами вот на блестящих, на нарядных приближаются праздники, в том числе будет там и 8 марта, и что-то, ну, вот зацепилось. Это размерный ряд какой, скажите? С 50 по 60 идет, вместе с бижутериями идет, и цена оптовая у них 350. Вот, с 50 по 60, да? Да, 50 по 60, около 8 расцветков, и вместе 8 расцветок. Да. Отлично. А вот это вот, вот вы сейчас попробовали. Это здесь попробовали. Ткань ангора теплая, с имитациями идет. 50 по 60 и по 350 оптовая цена у них. Угу. А вот сколько будет цена на такую в розницу ВКонтакте? ВКонтакте мне 450. 450, то есть разница буквально 100 рублей. Поэтому, дорогие мои, через ВКонтакте даже гораздо выгоднее заказывать, чем здесь, да, вот, ну, именно в розницу. Ну, да. Вот, но при желании, кстати, сказать, есть ли у вас возможность примерки? Ну, да, есть. Но здесь, в торговой точке, на садоводе, вы можете примерить любую понравившуюся вам модель. А идемте еще вот посмотрим, покажите нам, расскажите. Ну, вот, например, кстати, хорошее такое качество. Здесь стильный, стильная достаточно. Угу, здесь турецкая ткань. Ткань турецкая, ХБ. Здесь 100% ХБ идет. Угу. Модель 50 по 60, они с плюсом идет. Посадка у них шикарная. Угу. Оптовая цена у них 350. 350 опт. Отлично. А вот следующая с блестящим кармашком. Здесь, ткань лапша идет вместе с рюлексом. Оптовая цена у них 350. 50 по 60 размер. Угу. И какую мы еще посмотрим? Вот. Но скоро у нас в основном вот эти ткани будут. Это всем известные ткани из этого масла. Здесь 50-60 размер, у них по 280 оптовая цена будет, а размер 50-60. Из этого ткани очень много будет. Еще с этим костюмы разные бывают у нас. То есть юбки, брюки, да, наверное? Юбки, вот такие дачные костюмы, вот такие бывают. Вот. Сейчас мы посмотрим. Вот такие костюмчики вот, бывают. Дачные, да, костюмчики. Угу. И цена этих костюмов? Они 50 по 60 есть, 54-64 есть. Размерчики. Размеры, да. А цена у них 350 и по 450. Цена. Отлично. Красивые, яркие, такие нарядные. И с брючками, и с юбками. С брючками, я вижу, и, да, и с бриджами есть разные. А, и с бриджами, то есть разной длины, да? Да. А вот верхняя часть, вот чуть выше поднимаемся, это такие как бы курточки или что это? Это полупальто, кардиганы. Да, угу. Здесь трикотажные вязаные кардиганы идут с капшонами и с драпом, вот эти елочками, тканями. Они вот эти, например, драпом они 50 по 60 размеры, у них оптовая цена 1100. А слабшим тканям они 50 по 60 идет, они цена оптовой 850. 850, а джинсовые ветровки бывают 50 по 60, 54 до 64, они у них оптовая цена 650. Там уже легкие джинсовые ветровки. Жилетки 50 по 60 размеры, у них оптовая цена 650 идет. Отлично. А вот еще подскажите, я вот остановила свое внимание на костюме, который под кожу сделан. Сейчас это же модно. Да, эко-кожа здесь эко-кожа, идет. 42 по 48, но в основном их берут у нас мусульманки, которые с платками в основном они. А со штапелем платья они тоже 50-60, есть 54 до 64. Угу. О, эхо-кожа, там у них размер 42-48 и цена у них 1100. Угу. А за со костюм. Штапелем, да, разные штапели есть, у них цена у всех разные. Угу. Ну, в основном идет они в 650 выше идет. Понятно. Ну, там это штапель. По качествам, да, штапели. Угу. А вот здесь вот, вот здесь вот, я смотрю, ну, это у вас распродажа, да, правильно? Здесь вот. Распродажа то, что по одной штуке. Остается по одной штуке. Да. То есть здесь не размерные ряды, а надо выбирать то, что есть. И это тоже, естественно, продается в розницу, как я понимаю, да? И какая цена примерно у вот них, распродажных товаров? Там верхняя одежда 500 рублей, а
200, по 250-300 рублей. То есть маечки, да, по 250-300 рублей. Да. Угу. Отлично. А это вот в клеточку что? Ириш? Здесь хомуточка. А, это кофточка. Я думала почему-то, что это юбочка. А тут, мне кажется, одни кофточки. Да, цвет интересный. Вот, и в том числе распродажи. Можно купить что-то такое и дополнить покупку распродаженным товаром. И просто маечка. Эти по 150? Вообще по 150 маечки. 50-60 размер. 50 и 60 размер. Отлично. Угу. И вот здесь вот, давайте посмотрим, вот, вот например, рубашка в клеточку. Рубашка в клетку, они идут 50 по 60 размеру. Угу. Цена оптовая, цена у них по 450. Угу. И несколько цветов, да? Ну, несколько. 8 расцветок. А, 8 расцветок. Осталось 3. Угу. А вообще 8 расцветок. А вот верхние маечки все, вот с котиками. Котята, они здесь ткань турецкий хб. Угу. 50 по 60, оптовая цена. Спасибо, у них 450. Свет. 450, а с сердечком? Сердечко то же самое, турецкий ткань, тоже хб. 50-60, то же самое, 450. Отлично. И вот еще один мятный цвет. Здесь он, правда, немножко на мониторе оттенок другой, но тем не менее на экране. Он все равно мятного цвета. Вот да. Эта вот блузочка. Они расцветка идет 10 расцветок. 10 расцветок. 50 по 60 идет. Угу. Цена у них оптовая цена 350. Угу. Здесь ткань дубайский шелк. Дубайский шелк. Шикарно. Спасибо вам огромное за информацию. Еще раз напоминаю девочкам и мальчикам, которые интересуются женской одеждой в плане покупки оптом, в розницу. Приезжайте на садовод. Еще раз показываю вам контакты. Также в закрепленном комментарии вы найдете ссылку на ВКонтакте и найдете телефон. Еще раз повторюсь, что заказы делать лучше в WhatsApp, потому что на них вам гораздо быстрее и оперативнее ответят. Заказы отправляются в любую точку мира, любой транспортной компании от 3000 рублей. Также пишите ваши комментарии, что вам понравилось. Пишите, что вы хотите еще увидеть в наших обзорах. Ваши пожелания будем обязательно учитывать. Ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать наши новые видеообзоры. Прощаемся с вами ненадолго. Всем пока-пока. Классных вам покупок, отличного настроения и до новых встреч в новых видео.